Я думаю, это что такое? Сейчас хватаюсь за голову, и он выделяет наверняка какой-нибудь яд. Мне хочется его просто выкинуть. Короче, фу-фу-фу. Не так же собиралась сесть. Собиралась сесть рабочей стороной. Вот так. Хлам подвинем. Вот так. Всем привет! С вами Селена Свей. И вы уже давно, наверное, ждете. Я уже много раз анонсировала свое видео, где собрала кучу хлама из фикс-прайса. То, что я собираюсь выбрасывать конкретно. И хотела перед тем, как выбросить все это, показать вам, чем я была недовольна и что мне придется выбросить. Как видите, здесь много всего. Что-то, может быть, вы даже уже и знаете, что я выбрасываю, потому что я говорила об этом, что я выбрасываю. Итак, первое, что я могу показать, совсем недавно был обзор у меня на моем втором канале этого пылесоса. Кто еще не видел, можете зайти и посмотреть под видео, я оставлю ссылку на видео тест этого пылесоса. Он ни хрена не работает, девочки, стоит 199 рублей, но он ничего не втягивает. Как бы я его включила, он вроде бы втягивает, да, и я такая вау-вау мощность, но когда я его прям на мусор направляю, то он нифига не сосет. А точнее, не всасывает. Ты что, не всасываешь, что ли? В общем, он, как я его протестила, я еще тогда сказала, что он реально в помойку. И, в принципе, вот я его готова выкинуть. Если моя мама захочет его затестить сама, может, я что-то делаю неправильно. Ну, то есть я его готова вот реально просто выбросить, потому что он просто занимает место. И 199 рублей реально в помойку. Я не знаю, после того, как ты протестил, можно ли вообще возвращать такие вещи в фикс прайс. Вот, ну, как бы... Первое, в помойку. Дальше, когда-то давно я прям сверху буду брать, я брала вот это зеркало. Зеркала в фикс прайсе мне нравятся. Они реально классные, крутые. То есть, да, зеркало вот здесь супер-пупер. Но это зеркало очень опасное. И, возможно, я его прямо сейчас выкидывать в помойку не буду, потому что его можно приклеить. Но я хотела его показать здесь для того, чтобы вы поняли, что оно очень опасное, потому что оно вот здесь просто отклеивается. И это зеркало у меня чуть не упало 2 раза. Это очень опасно. Так, ага, вот они обе. То есть, вроде бы ты его клеишь, вот конструкция, кто помнит такие зеркала. Возможно, еще где-то они продаются. Будьте осторожны, внимательны. То есть здесь у нас вот такие липучки. Она, кстати, ровно была приклеенная у меня. Само зеркало хорошее, отражение хорошее. Но как только мы вот так вот делаем по инструкции, да, вот так оно у меня стояло. Хорошо оно стояло невысоко. Одно зеркало из фикс-прайса у меня уже в дребезге разлетелось совсем недавно в видео. Вот, и вот так оно стояло, оно простояло несколько часов и просто по-бам, и хорошо оно не вниз упало. Вот, и после этого оно, короче, лежит у меня, я все его никак не приклею, поэтому я такая думаю, блин, выбросить его что ли уже, что я не могу его приклеить. На самом деле зеркал у меня очень много разных, и вот, ну, как бы я его либо кому-то отдам, у кого дойдут руки приклеить вот так все это, да, либо реально просто выброшу, только из-за того, что... Ну, как бы, я люблю продукцию покупать, которую ты сделал, и все, она стоит, понимаете? Где не нужно мне дополнительно искать клей, покупать клей, приклеивать это. А может, клей где-то вылезет или еще что-то. В общем, вещь некачественная. Поэтому вот это зеркало в помойку. Дальше. Это утюжок. 300-летний утюжок. И вы знаете, когда я его тогда покупала, когда они только-вот-только завезли их в фикс-прайс, и не было еще в фикс-прайсе, да, по 99 рублей вот такие классные утюжки, я, честно говоря, им даже, да, его тестила и была довольна. Просто я была довольна от того, что он в принципе выравнивает. Вау, за 99 рублей утюжок выравнивает. Вот, я была тогда довольна и думаю, вау, классно, классно, классно. Но потом, со временем, с годами, можно сказать, потому что уже, по-моему, не один год продается вот такие утюжки. Я даже помню, что их разыгрывала. И сейчас хватаюсь за голову и думаю, как я могла вообще этим восхищаться и тем более разыгрывать это для моих девочек. Потому что это опасная штука. Мало того, что вся электроника опасная, я считаю, в фикс-прайсе, мы коснемся еще вот этого чайничка, который тоже в фикс-прайсе я покупала. Мало того, что я считаю, что все, что включается в розетку, очень опасно, потому что часто сгорает, что-то перегорает, воняет проводкой. Кстати, вот этот вот пылесос, который я вам показывала, он воняет сразу, как будто сейчас взорвется в ваших руках.
И тем более этот утюжок вообще нельзя прикасать, мне кажется, к своим волосам. Вы представляете, из чего вот это вот сделанное, если вот эта продукция стоит уже в магазине на выходе 99 рублей? Цена, наверное, я не знаю, 10 рублей? И я не удивляюсь, что у девчонок, которые мне пишут, постоянно что-то в руках взрывается, то эти пистолеты. И кто-то пишет: ой, все хорошо, не наговаривайте, у меня не взрывается. А кто-то говорит: да боже мой, никогда не берите, у меня в руках взорвалось. Девочки, если у вас не взорвалось в руках, вам повезло просто. Реально. Но если люди начинают говорить, что через одного взрываются всякие вот такие вот моменты, будьте осторожны с такими вещами, тут как бы не мудрено за 99 рублей. Ну и, честно говоря, жалко волосы. Жалко волосы. Поэтому вот это вот однозначно в помойку, это максимум для детей, наверное. Хотя какие дети, ё-моё, это в розетку вставляется. Я думала, знаете, для играть, может быть, кукол, да? Но мало того, что у них каниколон нельзя выравнивать куклам волосы, потому что в основном у них из каниколона. А другой момент — детям и розетка. Нет, это однозначно помойка, я даже никому не хочу это дарить, честно, это помойка. Можно я вот так буду бросать в помойку все? И вот этот чайник тоже, я им так и не пользовалась. Мы с мамой его протестили. Он вообще стоит 199 рублей. Вообще, я, честно говоря, за него бы не отдала 50 рублей. Максимум, если реально нужно подогреть водичку, и ты находишься где-то на необитаемом острове, у тебя там одна розетка, один этот чайник, конечно, я бы им воспользовалась. Но вот я его реально взяла просто, чтобы его протестить, вам показать. Он тоже с каким-то запашком. Он невероятно воняет пластиком. Я уже чуток повыветривался, конечно, но вонял тогда, мама моя офигела просто, мы вместе с ней тестили вот это вот чайник. И опять же, розетка, пластик, мне вот это очень страшно, хотя мама сказала, что в каких-то бытовых магазинах реально продают, ну, как бы пластмассы, ничего страшного, да, для меня как-то вот страшно, потому что еще это и некачественно делается в фикс-прайсе. Вы сейчас увидите, из какого пластика они делали полочки, и... Хорошо, если вот этот пластик не такой пластик, как вот этот. Мы плавно переходим, да? Чтобы вы понимали, что я это даже дарить никому не буду, вот так я это выбрасываю. Пластик, девочки, да, вот здесь лежит сейчас это все не из фикс-прайса. Это вот я сейчас вам просто покажу, какого качества пластик делается в фикс-прайсе. И это лежит у нас, мама говорит: ой, аккуратненько вот это вот, чтобы оно не развалилось. Вот тут вот у нас тут, да, аккуратно, аккуратно, девочки, смотрите. Я вот это вот сделаю вот здесь, да, чтобы я потом просто с покрывала могла все это убрать. Ну, я даже поближе вам сделаю. Если вы помните, то вот такие вот полочки продавались. Они несколько ярусные были. Раз и два такие яруса были. Посмотрите, ничего не делали. Просто оно стояло в доме, ничего не делали. Это просто, ну, как бы взять вот. Видите? Более того, я покупала очень много вот таких вот прищепочек в фикс-прайсе. Тоже они лежали, я ими почти не пользовалась. То есть на старой квартире мы там вешали что-то, какое-то время оно все работало, все супер, а теперь... Это нормально? Это что за пластик? Это что за пластик в фикс-прайсе? Это одноразовые какие-то... объясните мне, прищепки или что? Поэтому, когда вот до этого дошло дело, когда я просто... А у меня вперемешку, у меня вот еще есть прищепки. Вот эти, по-моему, не из фикс-прайса, я не помню, честно говоря. Но вот эти вроде хорошие. Я не говорю о том, что там весь пластик плохой, да? Но вот вам, пожалуйста, я достаю свои прищепки, они там разные у меня. Где-то кто что-то куплено в фикс-прайсе, что-то нет. Я такая беру прищепку, она херакс у меня прям под руками. Фига, я думаю, это что такое? Это что такое? Я была в шоке. Крошится в руках. Дальше. Расческа. Моя любимая расческа. Я, конечно, не устану повторять, что действительно это самая лучшая расческа, которую я покупала. Но единственное, что со временем, во всяком случае, вот эта именно расческа, она стала вся скрипеть и тарахтеть. Ну, то есть качество, опять же, да, я не удивлюсь, если она рассыпется через какое-то время, но у меня есть еще одна такая расческа, которой я пользуюсь, и она, благо, так не скрипит. Ну, понимаете, да, во-первых, вот.
когда я расчесываюсь, и она у меня вся на скрипе. Ну, мне стыдно, честно. Мне стыдно такую щетку использовать в видео, когда я вам что-то говорю. Понимаете? Вот, это просто я ее сжимаю ручками. Вообще, вот эта щетина офигенная, реально, просто офигенная. Ну, да, она там стоит, не знаю, 50 рублей или 55 рублей. И, конечно, я буду покупать, но я их буду сразу же, вот эти расчески, выбрасывать, как только они скрипят. Но это просто, как себя надо не любить и не ценить, чтобы вот пользоваться какой-то фигней, которая у тебя под руками скрипит, или что-то ломается, отваливается, что-нибудь сверкает там. Я вот, ну, не люблю. И когда я беру эту расческу, думаю, неужели у меня нет возможности купить себе хорошую расческу, которая не будет скрипеть? Или купить эту, выкинуть и купить, пока та не заскрипит снова. Вот. Короче, как-то так. Ну, просто я не встречала лучше, реально. Я не знаю, в какой фирме. У меня очень много расчесок. Но я лучше вот этой вот щетины не встречала. Она реально не дерет мои волосы, сухие, мокрые расчесывает. Очень мягкая, классная. Таких еще не было. Поэтому я их покупаю в Фикспрайсе. Если я найду хорошую такую расческу не из Фикспрайса, я ее куплю. Чего бы она мне не стоила. Далее. Лежит у нас тут никотиновая кислота. Та-дам, та-дам. Слушайте, но для меня она идет в помойку, просто потому что я воспользовалась ей два раза. Та сухость на коже головы, которая не беспокоила меня несколько лет, которую я так сложно вывела одним средством корейским, который мечтаю. Все, мечтаю снова заказать, и никак у меня... Куда выбросить? Это будет полететь красиво. Все мечтаю заказать снова, и руки не доходят. Воспользовавшись просто два раза, у меня так шелушилась голова, и по сей день я периодически, блин, мучаюсь от этих моментов. То один шампунь использую, оно опять возобновляется. Ну, и все это началось после никотинки. Ну, просто после никотинки просто все пошло. Либо она мне не подходит, я не говорю, что может быть прям никотиновая кислота именно в Фикспрайсе какая-то там особенная, потому что девочки писали, что... Никотиновая кислота, в принципе, подсушивает кожу головы. У меня она и так сухая, можно сказать. И для меня это было просто противопоказано. Но я взяла ее в Фикспрайсе, испробовала в Фикспрайсе. И все видели, что произошло с моей головой. Все офигели, я тоже. Поэтому мне оно не нужно, оно в помойку. А для вас будьте осторожны. Едем дальше. Вот такие косметички. Ничего не делала с ней, просто косметичка лежала. Что это за желтые пятна? Даже ничего желтого, честно говоря, с ней не лежало. Вообще они мне нравятся, и у меня даже есть несколько еще косметичек цветных. Они нормальные, никак не потемнели. Ну, как бы никаких цветов не возникло, да? Но опять же, что это за такое качество непонятное, что оно приобретает со временем непонятный цвет. Вот это я тоже брала в Фикспрайсе, я не знаю, сейчас их пока не продают, но совсем недавно их продавали. Поэтому она тоже идет в помойку, я так ее никому и не подарила, сама не воспользовалась. У меня несколько таких косметичек лежало дома для того, чтобы я туда положила какие-то приколюшки и подарила кому-то. А эта косметичка самоуничтожилась. Помойка. А вот эту штуку помните из Фикспрайс? То же самое. Сейчас покажу поближе. Смотрите. Осторожно. Ой, я хочу повесить трусики Денькины, посохнуть. Ой, что такое? Не работает. Ой, я ничего не делаю, девочки. Я просто хочу... Она вся развалилась просто. Ну, она развалилась. Все, понимаете, да? Я просто хочу повесить Денькины трусики. Фокус. Все. И я покупала, я помню, что мне так нравились вот эти вот прищепочки, кстати. Я их покупала не одну даже. Они прям висели у меня в мойке на моей старой квартире. А теперь все. Помойка. Дальше. Тут, кстати, затесался AliExpress еще, я просто не знаю, куда мне это показать, покажу здесь. Смотрите, вот такой силиконовый коврик. Он тоже идет в помойку, потому что он не выполняет своих функций. Первое, что я заметила, что вообще на вот эти все силикошки, которые мы кладем на нашу крутую панель нашего любимого автомобиля, во-первых, они покрываются пылью очень быстро, потому что здесь такая
поверхность липкая, да, и из нее прям вот пыль как-то не очень комфортно, честно говоря, даже убирается. Более того, панель, она не, ну, лично у меня и у многих, я думаю, она не идет вот такая прям ровная, чтобы ровненько вот так поставили, и все, ровненько стоит, да. Панелька немножко изогнутая есть, вот так вот, да. Или как-то наоборот назад изогнутая, или как-то вот так. Короче, вот эта тема, вообще как будто они не думали, для чего они это делают. Хотя там нарисовано для машины. И второй момент, когда мы ставим, вот я еду за рулем, да, вот я поставила, даже если ровно, и ставлю вот так вот. Ну ладно, это маленький еще, он так стоит ровно. Но мой, например, большой, он так не стоит. Он у меня стоит вот, ну, вот так вот. Где мой телефон? Короче, он стоит вот так вот. Вот так вот. И я просто ничего не вижу даже. То есть мне отсвечивает, и я не вижу. Мне нужно, чтобы телефон стоял вот так. Но он вот так не стоит. Вот этот просто маленький, но он не работает у меня. Это Денька с ним играет. Вот, большой телефон. Может быть, маленький поставишь, большой телефон нет. Ну и то, что это пыль, и то, что оно теряет полностью вид, то есть на красивой панели, да, у меня дорогая машина, кожный салон, и лежит вот такая вот непонятная силиконовая херня, покрытая пылью, которая вообще не функциональна. А еще, что мне девочки говорили, что когда сильная жара, выпадают прямые лучи, то она вообще тает и оставляет какие-то черные следы. Вот это вот страшно. Поэтому помойка. Так, AliExpress, да, затесалась, девочки, купила вот это вот, рекламировали все в Инстаграме. Я купила вот эту вазу. Смысл в том, что здесь не было ни клея, ничего. Здесь была просто такая пленочка, и вот ее мочишь, да, с одной стороны, и приклеиваешь на гладкую поверхность. А здесь отверстие такое, вы наливаете сюда водички, и можно поставить там один цветочек какой-то, или маленький букетик какой-то. И вот оно было приклеено у меня на зеркало. Когда через месяц где-то я захотела это снять, я не сняла. Там оказался то ли клей, то ли что. Просто мне пришлось вот, вот так вот с дыркой все это снимать. И по сей день я пытаюсь от зеркала отодрать вот этот силикон с непонятным клеем. Мы все средства перепробовали. И уксус, и специальное средство, которое удаляет клей. Ничего не помогает. Еще есть надежда поехать в Хофф, по-моему, или в Ашан. Мама говорит, там есть какое-то средство. Не в Хофф, а в Леруа Мерлен. Что есть какое-то средство для удаления, типа там, клея какого-то. Для всех видов клеев. И вот я хочу пойти взять, попробовать это средство. Так что вот эту тему, будьте осторожны, короче. Она прикольная, но будьте осторожны. Дальше. Кто помнит, это не так давно продавалось. То же самое. С пластиком что-то происходит. Вот, видите, дырка. То есть он сам по себе вот и испортился. Ну, знаете, мне кажется, со временем, вот сейчас, видите, он немножко такой, еще гнется, да, он еще не сыпется. Но что-то происходит со временем, что пластик этот высыхает. То есть вот то, что я вам сейчас показала, да, он сохнет. Но он был такой же, И судя по тому, что вот здесь происходит, с ним будет то же самое. Ну вот он трескается вот тут, вот видите, прям трескается вот. Слышите, да? То есть он засох вот так и трескается. И, короче, это надо выбросить. Ну и последнее, что я вам хочу показать, это то, что я нашла, как бы, да, тоже лежит в пакетике, завернула. Это я Деньги покупала. Вообще, я представляю, из чего там вообще все эти игрушки сделаны. Надо минимализировать мне все это для моего ребенка. Я думаю, это очень опасный пластик, из которого вообще все это делают. И он выделяет наверняка какой-нибудь яд. Да, открывайся тоже. Конечно, это все нас окружает вокруг. За всем не уследишь, но надо стараться. Так, это душик. Фу. Да, я его закрыла, потому что он вонял еще. Это вот такой вот душик, девочки. Прикольный душик, все классно работает. Но когда мы перестали им пользоваться, то есть он у нас в ванне висит, мы перестали им пользоваться. Вот здесь вот такая вот труба есть, смотрите. Вот. И в этой трубе как бы осталась водичка. Водичка эта там застоялась и завонялась. И когда я его начала убирать, то есть очень сложно вот из этой трубки, честно говоря, вымыть воду. И в общем, если вы будете брать такой душик, то его нужно будет, я думаю, промывать и высушивать. Прям вытряхивать воду всю после каждого применения.
и не оставляйте, то есть даже, ну, даже когда ванна не набрана, он не набрана, он не в воде этот душек лежал, там просто осталась внутри вода, и нужно ее постоянно вытряхивать, иначе она там стоит, заванивается, и вот, например, сейчас мне ее чистить абсолютно не хочется, мне хочется его просто выкинуть. И мне кажется, что для ребенка это тоже не очень хорошо, что там вода застоялась, потом, когда он снова начинает играть с этой игрушкой, вода эта, которая застоялась там, вонючая, обратно идет в эту ванну, короче, фу-фу-фу. Вот, поэтому я теперь смотрю на эти, как их называют, на эти душики вообще, и сразу вспоминаю это фу-фу. Все, мои хорошие, это то, что я насобирала в ближайшее время. Я думаю, что если я по квартире похожу и начну убирать, и будет скоро переезд, я найду еще много всего. Обязательно вам прям целый мешок соберу и покажу то, что не нужно брать в фикс-прайс, то, чем я осталась недовольна. Ну и также продолжаю показывать вам новинки фикс-прайса, какие-то приколюшки, которые все-таки продолжают меня радовать и вас тоже. В общем, нужно держать баланс. Не только восхищаться фикс-прайсом, да, но и показывать то, что действительно не имеет качества, не имеет смысла для того, чтобы брать, ну и вообще опасно. Все, мои хорошие, если понравилось мое видео, если нравятся такие видео, то я буду стараться и в будущем делать еще фикс-прайс в помойку. Обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии, может быть, вы тоже напишите, что вы пробовали. Вот часто мне еще писали, что кружки постоянно лопались от горячего в руках прям, и люди обжигались. Пистолетики, которые клеят, тоже взрывались в руках. Пишите, что еще у вас в руках взрывалось, разбивалось, чем вы остались недовольны в фикс-прайс. Пишите в комментариях. Может быть, я, кстати, и вспомню, что что-то у меня лежит из этого, и я обязательно покажу. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, будьте здоровы и счастливы, внимательны и аккуратны. Пока-пока. Все, собрала все в пакет и радуюсь, наконец-таки я все это сегодня вынесу.